Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мир вам! Вновь к нам пришел замечательный, великий христианский праздник Светлое Христово Воскресенье. Сердечно поздравляю всех вас с этим радостным праздником и приветствую словами «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Пусть радость воскресения Христова наполнит наши сердца, пусть принесет мир в наши семьи, пусть принесет нам утешение в это нелегкое время, вселит надежду и уверенность в будущем вместе со Христом. Евангелие от Матфея повествует об этом событии такими словами. «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес». Смерть и воскресение нашего Господа является фундаментом, основой нашего спасения. Ибо Христос умер за грехи наши, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Обретаем мы это спасение через покаяние и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Священное Писание нам говорит: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». Поэтому пусть в эти радостные пасхальные дни наши сердца наполняет вера Божьего Сына. Пусть Господь Бог укрепит нас в уповании на Него, даст нам утешение, вселит в наши сердца надежду. И пусть поможет нам в эти пасхальные дни прославить нашего Спасителя, умершего за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего. Христос воскрес! Воистину воскрес!